Сегодня 12 ноября 2021 года. Ровно месяц назад, в этот день, не месяц, а два года назад, в этот день, мы были в Бад Киссингене. В этом году мы собираемся 22-го поехать с друзьями Бад Киссинген. Леонид Березин едет. Вот. Ну, жена. И еще двое человек. Сегодня мы говорили по телефону с Аликом. Он в Киеве. Прилетает завтра вечером. У нас гостила Эля. Вчера она по Мидфарт-Централе выехала к себе домой в Кассель. Погода здесь хорошая. В Киеве, как говорит Алик, там морозец 2 градуса. Вот. Вот примерно все.